Второй трамвай выходит на линию. Неделю он будет проходить обкатку без пассажиров. Я думаю, через неделю жители Суворовского района, а мы планируем, один у нас уже испробован, и жители Таирова Киевского района смогли уже оценить его. Что касается Суворовского района, он насчет работы с Паустовского по маршруту 7-го, по 7-му маршруту. И мы послушаем отзывы тех пользователей, которые сегодня сядут или будут перемещаться в новом благоустроенном трамвае.